Доброго дня, колеги. Ми продовжуємо цикл наших вебінарів. І сьогодні у нас буде робота з прив'язаністю. Робота з прив'язаністю саме в контексті переживання втрати і горя. І як завжди, з нами будуть чудові Лінда і Кнут. Передаю одразу вам слово. Да, большое спасибо, отдельное спасибо учасникам, включившим камеры. Лекторам всегда очень приятно слышать и видеть вас. Спасибо. Кнут, Линда. Благодарим. Hyggelig å se dere igjen en fredag ettermiddag. Jeg synes dette en fantastisk måte å avslutte en hektisk arbeidsuke på. Очень приятно всех вас видеть и рада очень приветствовать вас сегодня. Особенно приятно видеть вас в конце пятницы. Пятницу после обеда. И я считаю, что это прекрасное окончание рабочей недели. Her i Norge det snø i dag, og minus 2 grader. Det har kommet 40 centimeter snø de siste dagene, så det deilig å sitte inne på et varmt kontor. Linda, du muta. Linda, звук. Простите, пожалуйста. В Норвегии сейчас 2 градуса мороза, и за последнюю неделю выпало очень много снега, полметра, поэтому очень здорово иметь возможность сидеть в теплой конторе. Ой, да, говорю, это мы tilknytning, som vi skal ha fokus på. Vi skal dele det opp i 2 webinarer. Vi skal se på tilknytning og konsekvenser av tilknytning i forhold til sorg. И сегодня мы будем рассматривать сами привязанность в контексте утраты, и этот вебинар, семинар, он рассчитан на 2 занятия, на 2 части. Kanskje vi skal si litt for de som helt nye om prosjektet vårt. Kan du bare si bitte litt, Linda, om det på ukrainsk uten at vi oversetter, bare. Ja, jeg ser veldig på nye, du ser veldig mange kjente ansikter. Veldig, ja, ja, det superkort. Ja, jeg mener det, det veldig mange som jeg har sett før, mange ganger. Fint, ja. Men hvis du vil, jeg absolutt kan si det. Si bitte litt, ja, et par setninger bare. Хорошо, Кнут очень хочет сказать пару слов буквально о проекте для тех, кто, может быть, новенький сегодня, может быть, для тех, кто не участвовал раньше в нашем обучении, он бы хотел сказать, что обучение это проходит в рамках международного проекта между Министерством здравоохранения Норвегии и Министерством здравоохранения Украины, где наше отделение, отделение больницы, университетской больницы Акершхюса является таким направлением в этом большом сотрудническом проекте. И вот Институт психологии и здоровья являются нашими прямыми партнерами в Украине. И в основном все обучение, не в основном, а все обучение проходит благодаря поддержке и помощи Института психологии и здоровья. Поэтому добро пожаловать вот, в нашу среду. Når vi snakker om dette med tilknytning, så, som skal være hovedtema i dag, så tenker jeg at det å være knyttet til andre, eller det å liksom være sammen med andre, det en fantastisk følelse for de fleste av oss. И вот когда сегодня мы будем говорить о привязанности, что является основной темой нашего сегодня семинара, то чаще всего вот чувство общности, да, вот возможности быть рядом с другими людьми, это для большинства из нас является очень приятным переживанием. Jeg tenker hvis jeg hadde reist hjem til hver enkelt av dere, eller dere hadde kommet hit, og vi kunne snakke sammen, så hadde alle av oss kunne fortelle små historier fra vi var små barn, om situasjonen hvor vi følte at vi ble inkludert, og hvor vi var nær andre personer. И если бы у нас была такая возможность, допустим, посетить каждого из вас в вашем доме, и у вас бы была возможность рассказать немного о своем, допустим, детстве, то тогда наверняка у каждого из вас были бы истории, которые были бы связаны именно с чувством того, что вы являлись
частью вот этого общества, частью какой-то группы, да, то есть семьи своей, вот находились в своих, рядом со своими близкими людьми. Og dere vet jo at Norge et veldig rikt land. И как вы знаете, Норвегия является очень богатой страной. Og la oss liksom ha et tankeeksperiment, at dere kan skrive et lite brev til meg, også fordi sykehuset har så mye penger, og så kan jeg sende dere på ferie hit, alle som har lyst. И давайте с вами помечтаем сейчас, допустим, все вот из вас, кто сейчас присутствует, можете написать мне такое заявление, так как больница Кирхюса обладает вообще необъятным, просто необъемным бюджетом, и вот напишите мне заявление о том, что вы очень бы хотели поехать вот на каникулы, вот на в эту картинку, которая представлена сейчас на экране, и я бы мог вам с радостью всем оплатить эти каникулы. Alle får lov til å reise. И вот просто вам хочу сказать, что гарантирую вам, вот все, кто бы написал, все бы поехали. Men det en ting som står nederst, og det at du må være på denne øya resten av livet ditt, og du må være der alene. Но, говорит, когда бы вам оплатили такую поездку, внизу был бы маленький шрифт, где было бы написано, что на этом острове, на этом прекрасном пляже, который мы видим сейчас на наших экранах, вы проведете остаток своей жизни и в абсолютном одиночестве. Да, tror jeg de fleste av oss ville vært veldig usikre på om vi ville ta turen, selv om Ahus eller sykehuset betalte. И говорит, тогда я уверен в том, что многие из вас задумались бы, хотят ли они писать такое заявление, даже несмотря на то, что больница готова оплатить пребывание на этом острове до конца вашей жизни. Det et eller annet i oss mennesker som gjør at vi er på en måte skrudd sammen på den måten at vi er desperate, eller vi er søkende etter andre mennesker og andre relasjoner. И то, что является для нас вот что-то у нас есть врождённое в людях, что у нас есть такое вот абсолютно неудержное чувство и желание, вот мы притягиваемся к другим людям. Мы просто у нас это желание, оно просто непреодолимо, да, вот быть рядом с другими людьми. Det ikke sikkert alltid at adferden vår så veldig adekvat, men allikevel så det noe inni oss som gjør at vi trekkes mot andre mennesker. Не всегда наше поведение является адекватным, но все равно в нас есть вот эта сила притяжения к другим людям. Og vi danner oss et indre univers av hvordan det å være sammen med andre mennesker. Etter hvert som vi vokser og blir eldre. И в нас создается такого рода внутренняя вселенная, которая представляет наше представление о мире и о других людях, да, и это представление формируется в ходе нашего развития, взросления и уже как взрослых людей. Dette universet, det blir ekstra tydelig for oss når mennesker opplever dødsfall. En gang til begynnelsen. Dette indre universet, ja. Det blir ekstra tydelig for oss når vi møter andre som opplever tap ved død. И именно содержание вот этой нашей внутренней вселенной становится для нас очень ярко выраженной, когда мы встречаемся с людьми, утративших своих близких. De forskjellige, altså den tilknytningen som vi har hatt til andre, den vil veldig ofte synes og viktig i forhold til sorgstøttearbeid. Det viktig at vi har en forståelse om dette når vi møter etterlatte. И вот эта привязанность, которая в нас была развита, да, или установлена в ранних годах нашей жизни, при потере близкого человека она становится очень явной. И очень важно обращать на нее внимание, когда мы работаем с людьми, утратившими своих близких. Вот тип этой привязанности, да, который был установлен в человеке, он является важным элементом в работе.
Jeg tenker at det i hvert fall er tre forskjellige nivåer hvor dette aktualiseres og kommer til syne, som vi skal se nærmere på både i dag og neste gang. И вот эта привязанность, она проявляется на трех уровнях, как вот мы сейчас видим на экране. И мы начнем сегодня говорить об этих трех уровнях и продолжим на следующем вебинаре касательно этой темы. Det ene er jo den tilknytningen vi har til den personen som er død. Первое, как бы первый уровень привязанности касается привязанности то есть людей, близких людей, да, которые утратили своего близкого, к тому, кто умер. Какой была привязанностью, да, этого человека, который пережил утрату, к умершему? Jeg var ganske ny sorgstøttearbeider når jeg møtte en ungdom, og jeg sa til han at det må være veldig trist, og jeg veldig lei deg fordi pappaen din død. И у меня был такой случай, когда был я еще в самом начале, когда в самом начале моей карьеры был такой случай, когда я встретил одного молодого человека на своей, на одной из своих консультаций, и я ему сказала такую фразу, что я могу себе представить, что это должно быть для тебя очень сильным и болезненным переживанием, то, что ты потерял своего отца. Den unge gutten var helt stille litt, og så sa han til meg, vet du hva, egentlig tror jeg er mest letta. И этот молодой человек сделал такую небольшую паузу, а потом сказал Кнуту, что, вы знаете, все-таки я бы сказал, что для меня это является больше облегчением, чем болью. Men gutten hadde levd et veldig vanskelig forhold til pappaen sin, i forhold til alkoholmisbruk og vold. И начал молодой человек рассказывать о том, что отношения с отцом были очень сложными, потому как у отца была очень серьезная алкогольная зависимость. Og jeg tenker at det er viktig at vi har denne bakgrunnsteorien om tilknytning med oss i møte med de etterlatte, i direkte møter med de etterlatte. И поэтому вот важно понимание типа привязанности, она должна как бы быть таким фоновым знанием, фоновым пониманием, когда мы встречаемся, когда мы напрямую работаем с людьми, утративших своих близких. Det er også viktig, fordi de gjenlevende, de har behov for en stabil relasjon. Det er godt å ha en stabil relasjon, så den gjenlevende sin tilknytning til de andre etterlatte er også viktig. Также второй вот уровень, да, привязанности, который важно учитывать, это привязанность, которая существует у людей как бы к остальным, да, членам семьи или к остальным близким людям, которые живые, да? И det var i dag, på onsdag møtte jeg en jente som har mistet pappaen sin. Han døde av hjerteproblemer, hjerteinfarkt, men hun har et svært dårlig forhold til mammaen sin, også før dette dødsfallet. И вот, например, в среду буквально я встречался с девочкой, которая потеряла своего отца в результате, достаточно внезапно потеряла своего отца в результате сердечного, в результате инфаркта. И при этом у нее очень плохие отношения со своей матерью. И эти плохие отношения были еще при жизни отца. De sørger begge to. До смерти отца и продолжают быть такими же плохими. De sørger begge to, men jeg inviterte de hit inn i sofaen på kontoret, så sa datteren at jeg ikke interessert i å snakke med dette som mamma hører det. Hun er 22 år. То есть эта девушка была 22 лет. Вот молодая женщина 22 лет и говорит, как обычно я это делаю, я приглашаю сначала, то есть предлагаю консультацию семейную, да, я пригласил эту молодую девушку с ее мамой к себе в кабинет, и говорит, первое, что заявила эта девушка, она сказала, что абсолютно у меня нет никакого желания говорить что бы то ни было в присутствии моей мамы. Kom fram, hun har ikke klemt mammaen sin siden hun var 5-6, ikke ønsket fysisk kontakt, og da pappa som har vært tilknytningspersonen,
Og nå når hun dør, er livet veldig komplisert. Nå når pappa dør, så er livet veldig komplisert. Вот, и то есть в этой встрече прояснились подробности их отношений. Оказывается, что девочка, что эта молодая девушка, она уже с пятилетнего возраста не получала вообще, у нее не было объятий со своей матерью. Она не обнимала маму. Ни мама ее не обнимала, ни она не обнимала маму. Вот. И что вообще она не хотела никакого физического тактильного контакта с мамой. Были очень холодные отношения. И это папа, вот был папа тот, с кем она имела и тактильный контакт, и очень, это вот самая важная личность, да, вот привязанность, то есть с которой у нее была сильная привязанность. И вот сейчас умер отец, и она находится в очень сложной жизненной ситуации, потому как этот самый главный человек в ее жизни, он умер. So, vanskelig tilknytningsbånd for de gjenlevende gjør det mer komplisert for oss å gi god sorgstøtte. Поэтому вот эти сложности в привязанности с теми близкими, которые, ну, живы, вот сложности в этой привязанности, сложности в отношениях, они усложняют процесс переживания скорби. И, соответственно, усложняют наши, препятствуют нашим возможностям как терапевтам помочь этому человеку. Det siste elementet, hvor jeg tenker dette er viktig, det er hva slags tilknytningsstil klientene våre har generelt når de møter oss som terapeuter eller som hjelpere. И вот третий уровень, в контексте которого мы будем говорить, что касается привязанности, это какой, как бы, да, вот, в принципе, стиль привязанности у того человека, который пришел в наш кабинет, потому что, исходя из этого стиля привязанности, он также будет устанавливать отношения с нами, как с терапевтом. Vi kan være så flinke og gode vi vil, men det er jo mye mer lett å være en suksessfull terapeut når jeg møter noen som har et utgangspunkt og har en trygg tilknytningsstil. И, то есть, я вам могу сказать с полной уверенностью, что можно быть просто супертерапевтом, но могу вам и при этом могу вам сказать о той легкости, которая переживается в работе с людьми, у которых есть в фундаменте их безопасная привязанность, да, хорошая привязанность к близким людям, то есть... Ja. Jeg har møtt en dame, vi har avsluttet nå, og hun har ingen sterk tilknytningsstil, og jeg har fått kjeft og opplevd ubehag fra henne fra første gang vi møttes. И вот кто-то говорит о том, что у него был такой опыт, говорит, слава богу, я закончил работу с этим пациентом, завершил, говорит, работу с этой женщиной, говорит, потому как у женщины были очень большие проблемы с привязанностью, и говорит, вот просто с первого взгляда, когда мы встретились, говорит, что я, говорит, от нее только не пережил, как она меня только не обзывала, как она меня только не отвергала любыми способами, то есть, говорит, я очень счастлив закончить с ней работу, потому как работа была очень сложной. Det var feil at jeg... Hun synes jeg var for ung. Говорит, сложно было все, говорит, и во мне было неправильно все. Неправильно было, что я был мужчина, неправильно было, говорит, потом она мне начала рассказывать, что я был слишком молод. Я был alt for lite erfaring. Кнут, говорит, показывает свою лысину, говорит, да, говорит, оказывается, для нее я был молод, потом она мне рассказывала, что у меня было мало опыта, я был неопытный терапевт. Jeg må si at det ble veldig flott. Vi gikk inn i denne problemstillingen, så hun har skjønt seg selv, så det endte fantastisk, og jeg møter henne av og til og spiser lunsj med henne faktisk når jeg har pause på sykehuset. Hun har kommet noen ganger og besøkt meg i lunsjen. И даже говорит, что на самом деле, говорит, и мы погрузились вот в эту ее привязанность, да, и проблемы с этой привязанностью. На самом деле закончилось все хорошо. Все закончилось хорошо и удалось помочь ей. И говорит, даже закончилось тем, что она даже сейчас, когда, говорит, я приезжаю в отделение в больницу, что она даже иногда приходит и очень хочет со мной разделить обед, обеденный перерыв. Вот, так что все закончилось очень хорошо. Sånn at jeg tenker det er bare viktig at vi
Vi har med oss dette bakteppet når vi nå skal dykke litt inn og se på opprinnelsen til disse tilknytningsteoriene og hvordan de kom frem på en måte og ble tydelige. Поэтому, пожалуйста, вот сейчас, когда мы будем в дальнейшем рассматривать очень подробно теорию привязанности, да, и различные типы привязанности, очень важно, чтобы вот этот вот фон, который я сейчас для вас представила, чтобы он присутствовал все время и понимал, ну, то есть присутствовало вот это понимание, для чего мы так глубоко погружаемся в типы привязанности, и какое именно это имеет значение в работе с людьми, утратившими своих близких. Og hvis vi ser på dette i et historisk perspektiv, så må vi tilbake til begynnelsen av 1900-tallet. Если мы посмотрим на историю развития теории привязанности, то мы должны начать даже с начала, то есть начала там 20 века. Dere vil merke at jeg har noe mer tekst på disse powerpointene enn de jeg har presentert før, og dere kan få det, og jeg tenker det jeg har gjort det bevisst, sånn at dere kan se mer av detaljene og nyansene i det jeg presenterer. И как вы сейчас можете видеть на вот этих слайдах, которые будут представляться далее, здесь достаточно много текста. Я раньше старался сделать минимальным текстом, но здесь я именно осознанно выбрал большое количество текста, так как вы получите эти слайды, которые сегодня представляются, и у вас будет возможность больше погрузиться в детали, чтобы вы вот прочли этот текст, который на слайдах, и была возможность более детально познакомиться. Og hvis vi går tilbake til denne tiden, så var jo barn små voksne. Hvis vi går tilbake til 1900-tallet, så var jo barn, de skulle være små voksne. И если мы вот возвращаемся к началу 20-го столетия, то дети воспринимались как маленькие взрослые. Должны были восприниматься как маленькие взрослые. Tenåringsbegrepet og ungdomsbegrepet var jo veldig lite brukt i veldig mange få språk som hadde ord for ungdom. Du var barn og du var voksen. Вот, допустим, понятие тинейджеров, понятие подростков, оно даже отсутствовало в некоторых языках. Вот, были det, либо var... дети, либо взрослые. Og det som var viktig for barn, det var at de oppførte seg. They had to behave. И самое главное для детей, это было, что дети должны были вести себя хорошо. Как вот по-английски, да, they have to behave. Ja. Они должны себя вести хорошо. Og barn skulle, det skulle bygges inn en form for motstand eller resilience, sånn at de tålte livet. И основным, как бы, основной целью взросления было это, ну, то есть приобретение детьми способности выдерживать жизнь. Så for at barn skulle bli sterke, så skulle de ikke være for kjærlige, og de skulle ikke få for mye omsorg, for det gjorde at de ble svake innvendig, men de skulle være sterke og oppreiste, og de skulle herdes. Вот, и что было очень важным, чтобы дети становились сильными, очень важно было их ни в коем случае не смягчать любовью и заботой, потому как это будет мешать процессу их закалки, так называемой. De to avsnittene fra en som heter Watson, men det mye litteratur fra denne tiden om barneoppdragelse, som har tekst som ligner på denne. Вот здесь вы видите вот две такие небольшие выдержки, автором которых является Уотсон. И на самом деле литературы на эту тему очень много. Если у вас будет желание, вы можете получить к ней доступ. И вот, в принципе, вся литература в то время, что касается воспитания детей, она имела вот именно такой оттенок, который вот описан в этих двух абзацах. Og her blir altså en mors kjærlighet sett på som et farlig instrument som kan ødelegge barnet innvendig. И вот как вы видите здесь, что материнская любовь, она рассматривалась как очень опасный инструмент, который мог очень навредить ребенку. Og det kan ødelegge barnet og på en måte vrake det innvendig hvis vi er for snille og viser dem for mye omsorg. Что вот материнская любовь, она даже имела способность разрушить ребенка изнутри,
и, ну, то есть не дать ему возможности нормально развиваться. Og dette altså anerkjente, sterke psykologer som skrev bøker til allmennheten om oppdragelse. И это действительно были изречения на тот момент известных психологов, которые были на тот момент ведущими психологами, которые писали литературу и транслировали вот это психологическое знание в массы. Hvis du er på avsnitt nummer to, da, vi skal ikke klemme, ikke kysse, og hvis du absolutt må, så gi de på en måte et lite kyss på panna. И вот, как вы вот видите во втором абзаце, там написано, что ни в коем случае, если там, ни в коем случае не обнимать своих детей, не целовать их, если вот вам уже совсем не втерпёшь, хочется каким-то образом проявить свою заботу ребёнку, то можете в крайнем случае поцеловать его в лоб. So, один раз. Det lå veldig mye respekt i dette, men det var en distanse. Du skulle hilse barnet ditt god morgen med en shaking hands om morgenen. И вот даже такие вот были крайности, да, что вот очень важно было сохранять эту дистанцию с детьми, нужно было сохранять холодность, и что вот утром можно было пожать им руку, а когда они ложились спать, можно было вот поцеловать их в лоб один раз. Og du, det på en måte, hvis du driver med det der sentimentale våset og viser for mye kjærlighet til barna dine, så vil du bare skamme deg når du blir eldre. И если вдруг вы начнете проявлять какие-то сентиментальные такие знаки внимания по поводу детей, то все-таки, когда вы повзрослеете по-настоящему, вам будет очень стыдно за свое поведение. Og jeg tenkte vi skulle snakke litt sammen i små grupper om hva dere tenker om denne kulturen, fordi jeg møter jo den fortsatt til en viss grad her i Norge. Skal du dele det med grupper, Knut? Ja. Я бы очень хотел, чтобы я сейчас разделю вас на группы, и чтобы вы обсудили в группах сейчас вот такое отношение, такое отношение к детскому воспитанию, да, потому как Кнут говорит, что на сегодняшний день он продолжает отчасти встречать такое отношение к детскому воспитанию. Даже вот в Норвегии в 21 веке кто-то придерживается таких взглядов, что действительно важно сохранять дистанцию, нельзя детей избалуешь, испортишь вниманием и любовью, заботой. Поэтому как вот вы... Что вы думаете по этому поводу? Встречаете ли вы такое отношение к воспитанию детей с вашими клиентами? I forhold til sorg, så er det voksne som ikke skal gråte, for de skal være sterke for barna sine. Вот, допустим, что касается в контексте скорби, да, в контексте утраты, очень многие родители придерживаются мнения о том, что они ни в коем случае не должны проявлять свои чувства, они ни в коем случае не должны плакать в присутствии своих детей, потому как они должны быть сильными. Они должны быть сильными и не проявлять свои чувства. Og besteforeldre som ikke viser at de er lei seg fordi de vil ikke bekymre sine barn, altså hvis de har mistet barnebarnet sine, så skal de ikke vise til familien ellers at de er lei seg, for da skaper de bare en ekstra byrde. И также, допустим, вот бабушки и дедушки, которые, допустим, утратили своих одного из своих внуков, они также очень сильно скрывают свои эмоции и чувства и не хотят их проявлять в присутствии своих детей, родителей, да, этих умерших детей, для того, чтобы не создавать дополнительную нагрузку, да, дополнительное напряжение своим проявлением эмоций. Я думаю, Владимир, мы делим группы по 4-5. Пожалуйста, Владимир, если... Вы можете нам помочь с тем, чтобы разделить участников на группы по 4-5 человек. Og diskutere altså dette med hvordan en opplever behaviorismen, om dette er fortsatt noe som lever i kulturen, eller om dere tenker at dette er vi forbi, og dette er ikke aktuelt lenger i den ukrainske kulturen, og der dere er. И, пожалуйста, я вот смотрю просто, что в первом абзаце, прошу прощения, это моя ошибка, я не дописала, там должно было быть в первой половине 20-го столетия бихевиористическое понимание, вот бихевиористическое пропущено, там я би начала писать, и бихевиористическое не написала, вот, поэтому, пожалуйста, сейчас обсудите в группах, насколько сильным продолжает быть вот этот бихевиористический подход в украинской культуре.
Или это уже все, прошлый век, это уже все забыто, все понимают, насколько важно любить, заботиться и проявлять тепло и, как минимум, физические знаки внимания детям. Пожалуйста, обсудите этот вопрос, насколько это присутствует, продолжает присутствовать в украинской культуре. Vi bruker bare 6-7 minutter i gruppe. Мы буквально с вами разделимся на группы на 6-7 минут. Nå er klokka 32, skal vi si vi er tilbake. Ti over. Ja. Вот сейчас 32 минуты, давайте с вами встретимся без 20. Служба Великодня. Я була настільки вражена, що на нічну службу о 12 ночі прийшли сім'ї навіть з маленькими немовлятками на руках. І не мама сиділа тою дитиною і опікувалась, а тато ту дитину тримав, і він нею, от, тобто така от дружність, концентрована на сімейні близькі стосунки, дуже тепло є. І я так полюбувалась, думаю, в нас вже теж так є в Україні. Дякую за увагу. Дякую. Дякую, Олена. Thank you. Угу. Флера? Кто-то еще? Пожалуйста, я дело в том, что записываю, а потом переведу это кнуто, чтобы не терять время на перевод сейчас. Можно? Я перепрошую без видео, потому что зв'язок поганий. Не, будь ласка, будь ласка, ніяких проблем. Ми говорили у нашій підгрупі, ми говорили про те, що теж досвідом ділилися, і говорили про те, що є на зараз, на сьогодні вже у молодих батьків прояви, да, саме надійної прив'язаності і відношення до дітей. І саме, ну, на мою думку, вже, да, тих батьків, які пішли всупереч старшому поколінню, тому що, на жаль, старше покоління виховано ще на саме твердженнях, да, ну, згадували книгу Спока, це культова книга була у нас у минулому, наприкінці минулого століття, коли не треба брати дітей на руки, не треба їх там, треба їх годувати, верніше, так, там не частіше, ніж 3 години. І говорили про те, що, на жаль, доросле покоління намагається передати у цей досвід те, що вони знають, як батьки, саме, ну, нав'язати такі твердження молоді. І при цьому, якщо ми говоримо про втрату, то з мого досвіду, наприклад, я говорю про те, що, на жаль, батьки не звикли пояснювати на належному рівні дітям те, що відбувається в родині, коли втрачається якась близька людина, приховують свої емоції, відношення до цього, і, на мій погляд, діти травмуються ще більше. Оце вторинна втрата, особливо на сьогоднішній день, коли це дотична до бойових дій на територіях, там, де відбуваються бойові дії. І це проблема є, тому що батьки не можуть контролювати себе, не можуть пояснити, що відбувається належно дітям, і діти отримують травми. Дуже, дуже важливий елемент. Дякую вам. Флот, я трохи рекріян тілінда. И еще, пожалуйста, еще кто-то хочет сказать? У нас как раз еще для одного человека есть возможность выслушать одного человека. У кого-то есть желание поделиться тем, о чем вы говорили в группах? Я ни у кого нет, всех я вижу. Я тогда позволю себе сказать такой маленький элемент из своей жизни, поделиться своим опытом. Когда начала работать с утратой, я поняла, насколько важным был тот опыт, который я получила в возрасте 10 лет. В возрасте 10 лет, дело в том, что погиб очень трагически мой дядя в 40-летнем возрасте. И я помню весь этот процесс. Вот это была такая первая моя встреча со смертью настоящая в 10-летнем возрасте. И я помню, что родители
включили весь процесс. То есть нам, вот как детям, мне и моей сестре рассказывали все, что происходило. То есть что с ним произойдет, когда его привезут, то есть как это все будет происходить, что касается похорон, что касается то, как он погиб. Потом нам объясняли, что случилось как бы с семьей, почему его дочь так себя вела, почему его жена так себя вела. И я просто понимаю, насколько это был важный опыт. И я очень благодарна своим родителям, что они меня от этого не оградили. Что они меня не защитили, ну, таким образом, да, не защитили, что они меня действительно как достойного взрослого члена семьи включили в этот процесс, и я понимала в каждый момент времени, что происходит. Вот, и это просто, ну, очень-очень ценный опыт сейчас, на сегодняшний день, будучи взрослой, тем более работая в этой теме, я понимаю, насколько это важно быть честными и включать детей в эти все процессы. Det vi skal gjøre nå videre er å vi skal gå litt nærmere inn på de viktigste personene som har vært med å forme og prege denne tilknytningsteorien. En gang til, fordi jeg har delt litt egen erfaring, derfor blir jeg litt avsporet og opprørt. Helt fint. Det vi skal gjøre nå er at vi skal gå litt videre og se på de viktigste eller noen sentrale personer som har hatt veldig stor påvirkning i, når det gjelder denne tilknytningsteorien. И сейчас мы с вами будем рассматривать основных, то есть таких личностей в контексте теории привязанности, которые занимались этим вопросом, исследованием вопроса привязанности. Vi skal gå gjennom noen sentrale prinsipper, og så tror jeg det det vi rekker i dag, for vi skal tilbake i gruppe og diskutere disse prinsippene litt i gruppe i dag. И сейчас мы рассмотрим основных представителей, то есть работающих с теорией привязанности, а потом мы с вами снова в конце нашего вебинара рассмотрим принципы, основные принципы. Neste gang vil vi da gå dypere inn og se hva slags konsekvenser disse prinsippene har i forhold til disse teoretiske prinsippene har i forhold til å møte etterlatte. И посмотрим, ну вот, на вот эту взаимосвязь, насколько эти принципы в теории привязанности применимы в нашей работе с людьми, утратившими своих близких. Jeg tror for noen av dere er dette helt basic, dette kan dere og godt kjent med, men for andre kan det være et stoff her som nytt, eller som dere ikke er så godt kjent med, eller dere får en liten teoretisk oppfriskning. И я более чем уверен в том, что для многих из вас эта тема будет очень знакома, и, может быть, вы будете даже испытывать такое чувство, что это все мы знаем, и нам это не надо. Вот, но я все-таки предлагаю вам набраться терпения и постараюсь вот, донести именно вот эту взаимосвязь, да, теории привязанности и понимание работы со скорбящими людьми, с людьми, пережившими утрату. Og det er spesielt, det er tre personer som vi skal se litt nærmere på, og de er godt kjent for de fleste som har jobbet litt med tilknytningsteori. И сегодня мы поговорим с вами о трех представителях, работающих очень плотно с исследованием темы привязанности. Вот двух из них вы сейчас видите на своем экране. Og jeg tenker vi begynner med en gang med John Bowlby, som jo er den som mest anerkjent i forhold til å sette disse prinsippene ut i livet og kommunisere på en måte at det andre måter å tenke på barneoppdragelse enn den behavioristiske modellen som også John Bowlby ble vokst opp i. И я думаю, что мы начнем сразу, конечно, с основного вообще, с основной личности в теории привязанности. Это Джон Боулби, и это первый человек, первый психолог и исследователь, который как бы пошел в противоречие с этим бихевиористическим подходом, и который действительно начал в открытую заявлять и в научных кругах, и в общественность, в массы начал транслировать, что все-таки детей нужно воспитывать немного по-другому, чем бихевиористы себе это представляют. И на самом деле его детство именно было построено на таком бихевиористическом подходе.
Og John var jo, han hadde 5 andre søsken, og kom jo fra en overklassemiljø, eller øvre middelklasse. Jeg tror nok mange vil si at han tilhørte overklassemiljøet i England. Вот, и Джон Болби, он происходил из семьи, я бы сказала, тут вот написано высшего или среднего класса, но все-таки он, скорее всего, относился более к высшему классу английского общества. Pappan hans var lege, han var kirurg, og ble også veldig involvert i legevirksomhet under Første verdenskrig. И его отец был очень знаменитым хирургом, и во время Первой мировой войны он принимал активное участие в войне. Han var en veldig, gjorde en veldig god jobb og ble godt kjent, men var nok hjemme bare, han Borby, når han skriver om det, sier han at pappa var hjemme kanskje et par ganger hvert år. И он действительно был знаменитым хирургом, прекрасным врачом, и был очень знаменитым и признанным врачом. Все знали о нем, но когда Боулби описывал его с позиции сына, то он говорил, что папа был дома 2 раза в году. Mamman var jo også overklasse, hun var sammen med barna sine omtrent 1 time hver dag. И мама также, Боулби. Мама Боулби, она также была представительницей высшего английского класса, и она проводила регулярно время с детьми, продолжительность 1 час в день. Så de kom inn til mor og var sammen med henne en stund, og ellers var det da en barnepasser og 2 andre assistenter som var med og passe på barna hennes. И вот все время, проведенное Боулби и его братьев и сестер со своей мамой, это был 1 час в день. Все остальное время ими занималась няня с 2 другими ассистентами. Den første barnepasseren de hadde var en fantastisk varm, da han ble beskrevet av Boulby som veldig varm og omsorgsfull, og ga klemmer og var nær og lo mye, som en veldig rik personlighet. Вот, допустим, когда Боулби описывал свою первую няню, то он описывал ее как очень теплого, очень заботливого человека, который проявлял очень много вот этой тактильной близости, да, который обнимал их, смеялся с ними, который ну вот очень-очень много тепла транслировал. Men hun slutta, og de fikk en ny, helt annen type, som var mye mer behavioristisk, og var opptatt av at ting skulle gjøres ordentlig, og hadde mer distanse til barna. Но, к сожалению, эта няня достаточно быстро прекратила свою работу в их доме, и пришла новая няня, которая была представителем бихевиористического подхода, которая придерживалась того мнения, что все-таки важно, чтобы дети научились себя вести, и сохраняла очень четкую дистанцию с детьми, и была достаточно холодной. Dette var en stor sorg for den lille gutten. Han var en begavet ung mann, men også var sårbar og var for relasjoner. И на самом деле это очень сильно повлияло на Джона Боулби, как на ребенка. Это привело к такой скорби, да, за вот этой няней теплой, заботливой. То есть очень, да, сильно, он потому что был очень смышленым маленьким мальчиком, но вот это эмоциональный этот голод достаточно повлиял на него. Og når han var 7 år, så ble han sendt på engelsk kostskole uten foreldrene sine, hvor man sto i rekke, og hvor sengene sto etter hverandre, og hvor man skulle oppføre seg riktig. И когда Боулби Джону исполнилось 7 лет, его отправили в школу-интернат в английскую, где он должен был стоять в линеечку, под линеечку вместе с другими детьми, и там, где спальня его находилась вместе с многими другими людьми, кровати стояли в ряд. Og en av bøkene han skrev senere i livet, som voksen, så skrev at han unna ikke engang en hund å gå på en sånn skole. И в одной из книг, которую он написал уже во взрослом возрасте, он даже использовал такое предложение, что он не пожелал бы и собаке
вот обучаться в такой школе-интернате. Это фриктливый ванский тид фор он. Он говорит, что это время было очень тяжелым временем его жизни. Men han var veldig intellektuell, han var skarp i hodet og hadde høy IQ sannsynligvis, og etter hvert så begynte han å studere psykologi. Но он был очень, опять-таки, способным, образованным мальчиком и обладающим хорошими способностями интеллектуальными, и со временем он начал изучать психологию. Og etter hvert så tok han medisinstudiet, det var liksom naturlig at han bare fortsatte og tok det. И через время он также продолжил свой интерес в медицинском направлении и обучился также медицине. Og som legestudent så møtte han jo denne nye teoretiske verden i form av psykoanalysen, som var i ferd med å vokse seg stor. И будучи уже студентом медицины, он встречается с направлением психоанализа, который в то время набирал очень большие обороты. Og allerede her som student så hadde Bowlby en del kontroverser med lederne, med lærerne sine, for han var ikke enig i den behavioristiske undervisningen som han fikk presentert. И уже в это время Боулби начинает конфликтовать и противостоять тем взглядам, которые имели место среди его учителей, которые были представителями бихевиористического подхода. И он начинает уже очень четко заявлять о своем несогласии к такому подходу. Боулби mente, at mye større grad enn var bevisst, så var det på en måte utspringet i forholdet mellom barn og voksen som var det viktige for hvordan barn oppførte seg. И он настаивал на том, что всё-таки для ребёнка является основой его как бы и построения дальнейших отношений и вообще восприятия мира, эта основа закладывалась именно в тех отношениях, которые были у ребёнка с окружающими его взрослыми. Han var veldig opptatt av dette, og en av de første jobbene han fikk var med barn som hadde det vanskelig på et sånt barnehjem, ungdommer som hadde det vanskelig, hvor han med en gang begynte å studere forhold mellom barn og voksen. И одна из его первых мест работы это был такого рода детский дом, где находились подростки в большинстве своем, у которых были сложности воде барнеям, кнутали воде барнеям, да, то есть это вот был for gutter. Был такой детский дом для мальчиков только. Детский дом для мальчиков, и он начал изучать в этом детском доме специфические именно отношения между этими мальчиками и их окружающими взрослыми людьми. Это были гутты, которые hadde store problemer. Allerede her begynte Bowlby å undersøke hva slags forhold disse guttene hadde hatt til foreldrene sine før de kom på barnehjemmet. И эти мальчики проявляли очень много сложностей в своих поведении, в своем поведении, вообще имели достаточно много трудностей. И вот в этот момент Боулби заинтересовался именно теми отношениями, которые имелись у этих мальчиков до попадания в детский дом. Какие у них отношения были со своими родителями? Что послужило такому поведению? Etter hvert så ble Bowlby ansatt i en barneavdeling i en klinikk nord i London, hvor han startet en egen forskningsarbeidavdeling, og her ble han livet ut. Vi skal si litt mer om det senere i undervisningen. И через некоторое время получил Джон Боулби новое место работы в одной из детских клиник на севере Лондона, в детском отделении. И там он провел на самом деле оставшиеся годы своей карьеры. Når Bowlby begynte å publisere og skrive om disse ideene, så vakte det voldsom oppsikt. И когда Боулби только начал публиковать свои идеи, это вызвало очень сильную негативную реакцию со стороны, ну, в кругах психологов, в научных кругах. Det var også sterke ord mellom behavioristene og Bowlbys ideer, så når han skrev disse første artiklene sine om at tilknytning på en måte sentralt,
så fick han väldigt stark motbör av disse kända behavioristerna. И он получил на самом деле очень сильное противостояние со стороны бихевиористов, которые на тот момент занимали очень солидное положение в научных кругах. И вот эти его попытки сказать о том, что привязанность является очень важным элементом в развитии ребенка, отношения вот эти привязанности, это вызвало массу возмущения со стороны бихевиористов. Etter 2. verdenskrig, når Bowlby begynte å skrive om dette, så ble det også, var det veldig mange som syntes dette var interessant, og han ble bedt av Verdens helseorganisasjon om å skrive en slags rapport, hvor han da prøvde å formidle sine ideer og tanker, som var nytt tankegods for veldig, veldig mange. И после Второй мировой войны его идеями заинтересовалась мировая организация здравоохранения, и они обратились к Джону Боулби с тем, чтобы он написал официальный такой отчет, где бы были изложены его идеи, понимание теории привязанности, чтобы это получило огласку, да, то есть стало это интересным. Ok, det greit? Da har vi litt om Bowlby. Har du liksom plassert han sånn cirka? Хорошо, тогда вот мы заканчиваем рассказ о Bowlby. То есть, надеюсь, что вот у вас такое появилось более, может быть, личное восприятие Джона Bowlby. Jeg synes disse menneskene har veldig interessante livshistorier, altså. Det mye mer, hvis du begynner å lese, så det masse litteratur om de vi skal gå igjennom. Jeg лично считаю, что Knut лично считает, что эти люди, вот и Bowlby, и Мэри Солтер, о которой мы будем дальше говорить, что у них очень интересная, у каждого из них очень интересная жизненная история, и если вам будет интересно, то вы можете сами ознакомиться с этой историей, потому как там масса очень интересных фактов, которые были в их жизни, которые могут быть интересны для вас. Dette er jo en tidsepoke, hvor mennene stort sett dominerer, og forteller resten av verden hva som er riktig. И мы сейчас говорим с вами о эпохе, которая доминировалась мужчинами, и чаще всего мужчины рассказывали о том, то есть были источником того, каким образом должны обстоять дела во всех сферах жизни. И воспитание детей в том числе. Inn i dette mannsdominerte sigarer og piperøykende miljøet, så kommer Mary Salter. И вот в эту среду курящих мужчин с сигарами и с трубками попадает женщина Мэри Солтер. Hun flytta fra Canada som hun flytta til Canada som 5-åring. Fordi pappaen hennes ledet en av lederne i et stort manufakturfirma. Вот в возрасте 5 лет ее семья переехала в Канаду, потому как папа был руководителем на большой фабрике или большой компании. Pappaen hennes jobbet mye, men mammaen hennes var veldig flink til å gi henne utfordringer i forhold til at hun var så veldig skarp, hun var så veldig intellektuell. И папа ее работал достаточно много, то есть она практически его не видела. А мама Мэри Солтер была очень умной женщиной и очень способной женщиной находить занятия для Мэри Солтер, потому что Мэри Солтер была очень развитым ребенком, и ей постоянно необходим стимул. То есть ее нужно было постоянно стимулировать, да? И вот мама была очень креативной в этом отношении, постоянно создавала очень интересные стимулы для развития. Det vakte stor oppsikt på biblioteket når mamman kom. Mary hadde også en annen søster når de kom på biblioteket, og Mary Salter var 3 år, og de leta etter bøker som passet for henne. И даже вот описывается такая ситуация, когда мама Мэри Солтер с ней и с ее сестрой посетили одну из библиотек. И они пришли в эту библиотеку. На тот момент Мэри было всего лишь 3 года.
И вот они с трехлетней Мэри ходили по библиотеке и подбирали те книжки, которые могли бы подойти для Мэри. Så Mary Salter tog ganska tidigt en mastergrad och efterhvert också en doktorgrad. Вот, поэтому это просто еще раз говорит, не еще раз говорит, а это дает нам понимание того, что в возрасте трех лет Мэри Солтер уже хорошо читала. Вот это ganska intressant. И впоследствии она получила степень доктора философии и степень магистра. Сначала степень магистра, а потом и доктора философии, простите. Вот denne unge kanadiske kvinnen da sitter i Canada og skriver en doktorgrad, hvor hun opptatt av de samme tankene som Bowlby strever med i England, uten at de har noe som helst kunnskap om hverandre. И очень интересен тот факт, что как раз вот одновременно пишет Мэри Солтер в Канаде вот эти свои идеи по поводу воспитания детей и важности, привязанности. И в то же самое время тем же самым занимается только в Лондоне Джон Боулби. То есть эти двое исследователей абсолютно не знали ни о существовании друг друга на тот момент, ни имели никакой связи. Hun gifta seg etter hvert med Leonard Ainsworth, som tok med seg kona si fra Canada og flytta til London. Han jobba og var mye ute og reiste, og hadde allerede vært i mange land, men nå reiste de altså tilbake til London. И вот впоследствии она вышла замуж за Леонарда Эйнсворта, и они переехали с ним в Лондон. То есть они много путешествовали, но все-таки остановились на Лондоне, вернулись в Лондон с Мэри. Og en dag hvor Mary satt og leste en avis, så var det som en annonse hoppet ut, hvor det sto en liten annonse som da Bowlby hadde skrevet, hvor han søkte en assistent i forhold til et forskningsprosjekt han jobbet med, som omhandlet tilknytning. И вот однажды Мэри сидела и читала газету, и в которой она прочла маленький-маленький анонс, в котором Джон Боулби написал объявление о том, что в его научную работу требуется научный ассистент. В тех исследованиях, которые он проводит, требуется научный ассистент. For å gjøre historien kort, hun fikk jobben og ble der i tre år. Вы сократите длинную историю до короткой. Она получила эту работу и пробыла в сотрудничестве с Джоном Боулби в течение трех лет. Leonard Ainsworth ville videre i verden og fikk seg en jobb og jobbet i handelskompaniet i Uganda. Вот Леонард Эйнсворт, муж Мэри, он продолжил свою карьеру, и следующим пунктом остановки была Уганда. Og ved hjelp av Bowlby så fikk Mary Ainsworth, hun fikk med seg, hun søkte og fikk litt penger til å gjøre et bitte lite forskningsprosjekt, sånn at hun kunne også gjøre noe fornuftig når hun var sammen med mannen sin, for det var jo han som var den store. И вот во время этой командировки своего мужа в Уганду Мэри с помощью Джона Боулби получила небольшое количество средств для того, чтобы она во время пребывания в Уганде тоже могла заниматься какой-то разумной деятельностью и могла проводить небольшое исследование на те средства, которые были выделены с помощью Джона Боулби. Ой, Уганда сада. Hadde Mary god tid, så hun gjorde dette forskningsprosjektet veldig grundig. И когда она находилась в Уганде, да, стоит сказать о том, что, ну, так как это опять-таки было доминирующее мужское общество в то время, то, ну, как бы ее задача была только сопровождать своего мужа, то есть не предназначалось для нее никакой там особенно деятельности и активности, то есть это была такая ее инициатива, потому как она хотела придать этому более... ну, то есть содержание своего пребывания в Уганде. И также говорится о том, что в Уганде у Мэри было достаточно времени для того, чтобы сделать эти исследования достаточно качественными. Det hun gjorde var at hun reiste hjem til familier og observerte hvordan barn forholdt seg til mødrene sine,
og gjorde systematiske notater i forhold til barns sin relasjon til mødrene sine. И то, чем она занималась в Уганде, это то, что она, значит, посещала различные семьи и занималась систематическим наблюдением отношений между матерью и детьми и вела систематические записи, да, этих отношений, ну, этих наблюдений за отношениями. Он уже ком tillbaka härifrån som kvinne, så fikk hun da et jobb på John Hopkins Universitet og begynte å undervise, som var en stor ære i seg selv. И когда она вернулась с Уганды, она получила должность преподавателя в университете Джона Хопкинса, что само по себе было очень большим, ну то есть очень престижной работой. Og etter 3 år i England så sendte John Bowlby henne et utkast til en artikkel hvor han trengte å ha noen å sperre litt med eller å tenke litt høyt sammen med. Og det gjorde at hun tok opp arbeidet sitt igjen, og de to gjenopptok samarbeidet de hadde hatt. И снова John Bowlby снова написал анонс о том, что ему нужен снова сотрудник научный в помощь в написании статьи, над которой он работал в тот момент. И тогда Мэри и Джон Боулби, они возобновили свое сотрудничество, и она также использовала вот материалы, которые она собрала в Уганде. Dette var jo to sterke personligheter med Mary og mannen hennes Leonard, som gjorde at de etter hvert ble skilt. Также, как и Мэри, муж ее был достаточно сильной личностью, и это привело к тому, что они развелись. Og hun gjorde ferdig disse arbeidene og fikk også midler til å gjøre et mer sånn grundig forskningsprosjekt i Baltimore, hvor hun fortsatte å jobbe med samme strukturen, men da blant de lokale der hun studerte. Da. И вот после своего развода Мэри получает финансирование на проведение подобного исследования, которое она провела в Уганде, но уже в Балтиморе, то есть с локальными семьями, где она получила возможность наблюдать за 26 семьями. Og gjennom dette så utviklet hun da denne strange situation test som vi skal se mer på neste gang. И это привело к тому, что был разработан вот этот тест, который называется strange situation. Скажите, пожалуйста, как это называется по-русски? Я не знаю, как это называется. Незнакомая ситуация. Вот. Да, спасибо большое. Тест незнакомой ситуации. Ja. Så den testen er kanskje kjent for noen av dere, den skal vi se litt på neste gang. Он наверняка для многих из вас известен, если не для всех. Вот. И об этом конкретном тесте мы будем говорить немножко позже в нашем обучении. Vi må også innom godeste Henry Harlow når vi snakker om viktige mennesker i disse prosessene. И мы, ну просто мы обязаны поговорить с вами о очень важной персоне в контексте исследования привязанности, это Гарри Харлов. Og som dere ser nederst, alle disse tre er på en måte, de er mennesker som svømmer litt mot strømmen, som disse fiskene. И вот как вы видите, что вот там вот одна рыбка, она плывет в обратном направлении от всех, против течения, грубо говоря. И вот таким stemmer. Образом плыли вот этих три представителя сильных. De var tydelige stemmer, men de talte liksom en annen vei enn det resten av samfunnet stort sett gjorde i denne tidsepoken. Они были очень конкретными в своих идеях, в своем мнении, и у них хватало смелости на то, чтобы пойти против основной массы, да, то есть против основного течения на тот момент в обществе. Og nå setter vi oss på et fly og reiser fra England og London og helt over til Amerika, hvor vi møter Henry Harlow. И сейчас мы садимся с вами в самолет и перелетаем из Лондона в далекую Америку и встречаемся с Гарри Харловым.
Han var også en gutt som utmerket seg som ganske ung. Han hadde helt spesielle evner og veldig god til å se sammenhenger og til å huske. Он также был достаточно одаренным ребенком, и он начал выделяться достаточно в раннем возрасте. У него была колоссальная память, и вообще как бы интеллектуальные способности отличались достаточно высоким уровнем. Så han kom faktisk direkte inn han, på andre året på universitetet fordi han tok en evnetest, og alle bare, at du, som han svarte veldig godt på. Så det var sånn, vær så god, velkommen til oss. Uten karakterer, han hadde ikke gjort det så veldig godt før på skolen, men han kom rett inn. И как мы сейчас, как вы сейчас видите на ваших экранах, это привело к тому, что он поступил сразу на второй курс Стэнфордского университета на основании тестов, которые он сдал, то есть все настолько были поражены уровнем его знаний, что не смотрели ни на его оценки в школе, которые у него были до этого, а сразу приняли его на второй курс университета. Han gjorde et glitrende doktorgradsarbeid og fikk jobb etter hvert da i universitetet i USA, hvor han studerte hukommelse hos dyr. У него, то есть он начал учиться в этом университете, закончил его благополучно и продолжил в этом университете работать, исследуя память. Og når han kom på dette universitetet, så var han jo lavest, og det var de andre forskerne som var der, de hadde ikke noe plass til han og hans prosjekter, så han fikk ingen steder å være. И на тот момент, когда он пришел работать в этот университет, дело в том, что для него просто не было физически места в этом университете. И как бы другие исследователи, ну, даже не посчитали нужным выделить для него этого места. Поэтому... De hadde et gammelt bygg litt lenger ned i gata, som var veldig dårlig, og som var mer en sånn stall. Men de sa at hvis han ville, så kunne han godt drive på der nede, for det var ikke noe særlig plass til han sammen med de andre forskerne. Поэтому другие исследователи в этом университете, они сказали, что вот есть такое старое здание там вот как бы на территории университета, оно было подобно такой конюшне. И оно было в очень плачевном состоянии, и они ему сказали, что вот если ты очень прям хочешь заниматься исследованиями, то это единственное, что мы можем тебе предложить. Вот можешь занять эту конюшню и ее оборудовать, если тебе очень хочется. Så her er han tuslet ned til denne gamle, veldig slitte lokalene, og begynte veldig smått med forskningen sin der inne. И он все-таки принял с благодарностью предложение обосноваться в конюшне и начал свои исследования понемножку развивать в этой конюшне. Og det veldig interessant, for etter hvert så ble det et sentrum hvor folk fra hele verden på en måte reiste for å komme og besøke Harlovs på universitetet og se på de forsøkene han hadde. Så dette slitte stedet ble plutselig et verdensmidtpunkt for mange forskere som kom, og da var det jo veldig godt at han hadde både plass og muligheter til å utvide arbeidet sitt. И вот достаточно интересное развитие получила эта история, потому что со временем достаточно в протяжении достаточно короткого времени эта конюшня, так называемая, это место, в котором никто не хотел находиться, превратился вообще в центр научных исследований для очень многих известных исследователей со всего мира. Они приезжали туда и смотрели, учились и наблюдали за теми тестами, за теми исследованиями, которые проводил Харлов. Jeg vet ikke om noen av dere noen gang har undervist, men jeg er heldig å få lov til å gjøre det, og noen ganger så ser jeg av og til noen veldig vakre studenter blant alle som er der. Så bare faller jeg, øynene mine liksom bare faller på dem. И я не знаю, у многих ли из вас есть опыт преподавания, но вот иногда у меня есть этот опыт, я очень часто преподаю, занимаюсь преподавательской деятельностью в университетах, в разных других учебных заведениях, и вы, наверное, иногда переживали такой опыт, что когда вот вы заходите в класс, в котором вы преподаете, то обязательно все равно ваш взгляд падает на кого-то из студентов в большей степени, чем на других. То есть вы замечаете этих красивых, так сказать, студентов, вы их выделяете сразу же, когда попадаете в класс. Sånn var det for Henry også.
Han ble veldig forelsket i en av studentene sine, og det endte med at de to gifta seg. И то же самое случилось с Гарри Харловым. Он тоже однажды пришел в один класс и беззаветно влюбился в одну из студенток, которые были в этом классе, которая была в этом классе, и впоследствии они поженились. Han har et interessant liv, for etter hvert også var det sånn at kona hans, han skilte seg og gifta seg med en ung, dynamisk barnepsykolog etter noen år. Но потом он развелся с этой одаренной студенткой красивой, вот, и женился на представителем с представительницей динамического подхода психологии, с юным психологом Маргарет Куэн. И я вышел кутнут. Ja, og det endte med at kona hans døde, og han gifta seg tilbake igjen med denne studenten som han da hadde møtt for mange år siden. К сожалению, Маргарет Куин умерла вследствие болезни, и он снова повторно женился на вот этой студентке, на которой он был уже женат. De studiene som Henry Harlow gjorde var veldig vanskelig å forsvare etisk i forhold til apene som han jobba mest med. И те исследования, на самом деле, которые те тесты, которые Харлов проводил с обезьянами, на самом деле их очень было сложно этически вообще, ну, то есть обосновать, защитить этически. Апене ble holdt fra hverandre i opp til 2 år, hvor de var fysisk avskilt fra andre. Потому что, допустим, обезьяны, они разделялись, то есть жили отдельно, да, то есть их удерживали вдали друг от друга даже на протяжении 2 лет, то есть не позволяли им вообще соприкасаться даже друг с другом. De ble skremt mange ganger, veldig ofte disse apene, og det ble gjort veldig mye ubehageligheter, også seksuelt imot dem. Det var ting som absolutt ikke hadde vært mulig å gjøre i dag. То есть очень много проводилось экспериментов, обезьян и пугали, и проводились различные эксперименты касательно сексуальности обезьян, которые на сегодняшний момент страшно себе представить, и на сегодняшний момент они бы просто были не разрешены, то есть никто бы не разрешил проводить такие эксперименты. Я lurer på om vi skal ta oss tid til å se på en av Harlow sine filmer. Давайте я все-таки предлагаю вам, чтобы мы просмотрели очень коротенький фильм, который показывает один из тестов Харлова. Så kan vi se her, så kan dere bare, for disse ble han verdenskjent for. Потому что вот благодаря этим тестам он получил мировую знаменитость, известность. Jeg tenkte vi kunne se en liten film her, men jeg... Мы буквально просмотрим с вами очень маленький фильм сейчас. Jeg vet ikke om jeg får åpne den. Владимир, можно вас попросить, пожалуйста, есть ли у вас возможность скопировать вот этот линк, который на этом слайде? Скопіювати можу, якщо лише презентація би була в мене. Хорошо, а давайте я попробую це зробити. Я can prove your adekmut. Я tror jeg kommer nå, faktisk. Може бути, Knut, сейчас у нього получиться це зробити. Jeg tror jeg får det til, sånn at jeg tror den er klar hvert øyeblikk her. Можна її в чат бросити, тогда можна буде її воспроизводити. Я дере дефорешлор обаре її лінкен і чат, og så kan man åpne det fra chatten. Ja, jeg kan, men nå får jeg faktisk... Link. Ja, men jeg kan vise dere filmen nå, ja, for nå er den opp og gå, skal vi se. Jeg skal dele filmen med dere direkte nå, så kan dere se her, skal vi se. Сейчас презентацию экрана сделает Knut, и мы увидим с вами фильм. Den er bare 2 minutter lang. Он только продолжительность его 2 минуты всего. Men den viser litt av... av det som Harlow gjorde, og dere forstår også betydningen dette hadde i den tiden hvor, når disse filmene ble vist. Nå blir det veldig nødvendig det som pokazes i denne filmen, og blir det понятно det som занимался Harlow i sine eksperimenter. Musikk
han sier at disse dyrene vokser opp I et kontrollert атмосфере и лаборатория. Он говорит о том, что эти животные развиваются и живут в контролируемой атмосфере. Og at apene blir tatt vekk fra mødrene sine. И эти обезьянки маленькие, они разделяются со своей матерью буквально сразу после рождения. De blir presentert gjennom to forskjellige dokker som ikke har noe liv, som de da representerer forskjellige personligheter. И вот им представляются, значит, в их младенчестве две мамы такие, которые, вот как вы видите на экране, сделаны в форме игрушек. И два типа таких игрушек, как бы два типа мамы, да? Her jo teorien at små barn først og fremst ute etter mat, og at det det som driver oss til en relasjon. И вот теория состояла, то есть как бы задача этого эксперимента состояла в том, чтобы доказать, что все-таки дети, они движимы чувством голода, что они, то есть к матери относятся как к источнику питания, да, поэтому вот таким образом были представлены матери. Одна мать, вот как вы видите, она абсолютно железный только каркас, да, и вставлена вот просто бутылочка. Og den ene her har jo ikke melk, den bare myk og har store øyne, mens den andre har ståltråd, den har melk. А вот вторая кукла, которая стоит рядом, она, то есть, обернута в очень приятный материал, который мягкий, у которой большие глаза, вот, и вот таким образом они отличаются, да, другая холодная и железная, но с едой, а вторая мягкая и приятная на ощущение. Og ser at det bare når de blir tvunget på grunn av sult, at de går over på den andre dokka og spiser, men hvor det ikke noe form for trøst, at de prøver å få trøst, men ikke får det. И вот как вы видите, что обезьянка только уже в крайнем случае, когда действительно голод ее уже просто вынуждает к тому, чтобы она как бы перескочила на эту железную маму и получила то есть молоко из бутылочки, но она моментально возвращается, она пытается то есть получить какое-то тепло от этой куклы, да, в которой вставлена эта бутылочка с молоком, но не получая его, она как можно быстрее возвращается к матери, которая может дать это тепло ей. Vi kan se her at Harlov gjorde mange av disse testene som hvor han skremte disse apekattene veldig. То есть Харлов проводил очень много разных экспериментов, где он пугал этих обезьянок, как вот видите, вот стоит игрушечная эта собака, которая пугала обезьян маленьких. Og viste tydelig at det var ikke disse biologiske tingene som gikk på det med det å få mat som var det viktigste, men det var det å få trøst og få nærhet. Og bli støttet, som var det viktigste for disse apebarna. И вот как вы видите, вот на этой картинке, которую мы сейчас видим у себя на экранах, что самым важным, то есть основной реакцией маленьких обезьянок было то, что они искали защиту и утешение, да, со стороны вот этой теплой мамы, да, которая во всяком случае была приятна в ощущениях, то есть они не обращали внимания на эту металлическую маму. Ja, så det var litt om Harlov. То есть это вот было немножечко такая информация о Харлове, чем он занимался, какими. Jeg tenker jeg skal bruke 5-6 minutter og gå gjennom noen prinsipper I forhold til Bowlbys teorier, og så deler vi dere inn I grupper igjen, hvor dere snakker litt sammen før vi avslutter I fellesskap. И сейчас я хотел бы пройтись с вами по некоторым принципам теории привязанности Боулби, и затем мы завершим сегодняшний день обсуждением в группах. Og hvis vi ser, Bowlbys teorier var jo også inspirert av en østerriksk zoolog, Konrad Lorenz, som var østerriker. Han gjorde jo også masse interessante forsøk.
И теория привязанности Болби, она получила свое вдохновение от работы австрийского биолога Конрада Лоренца. En av de tingene som Lorenz ble kjent for, var at han tok egg fra ender og gjess og delte de i to, hvor det, når eggene ble klekket, så var de ene sammen med andemammaen, mens de andre, de var sammen med han. Så det var ingen andre enn han til stede i den ene delen av eggene når de ble klekket. И то, чем занимался, значит, Конрад Лоренц, он проводил такого рода исследования. Он, значит, брал яйца гусей и уток, делил их на две группы, да, и вот когда яйца уток, утиные яйца, когда утята вылуплялись из яиц, то только он присутствовал при их рождении, то есть никого больше не присутствовало, и не присутствовала также мама, ну, то есть как бы утка, да, ее она не присутствовала, а другая группа там, вот гусиных яиц, там присутствовала мама. Så Lorenz var opptatt av at det er erfaringer som vi får tidlig biologisk, vi får tidlig i livet, de preger oss hele resten av livet vårt. И как бы основная идея этих исследований была в том, что Лоренц хотел показать, что тот опыт, который мы получаем в самом начале своей жизни, он является ведущим в нашей последующей жизни. Og det som var morsomt var at disse eggene, når de ble klekt, den ene gruppen som vi ser bildet her, de fulgte etter han overalt. De hadde han som pappaen sin. И как вот мы сейчас видим с вами на нашем экране, на наших экранах, что было очень смешным результатом этих исследований, что когда Конрад Лоренц присутствовал при рождении вот этих утят, то они его воспринимали как свою маму или папу. И вот они его потом в дальнейшем следовали за ним везде, как за мамочкой своей. Han tok alle disse små nøstene og putta dem i en kasse og rista rundt på denne kassa og slapp de ut igjen. Og den ene gruppa kom til han, og den andre gruppa gikk til andemor. И он говорит, потом проводил дальнейшие исследования. Он снова смешивал этих гусят и утят, снова их смешивал в одну группу, в одну коробку, перемешивал их, и все равно, когда их выпускали из этой коробки, утята следовали за ним, как за своей мамочкой, а гусята следовали за своей настоящей мамой. Så Lorenz, han var opptatt av dette, at det er tidligere erfaringer, og dette med at vi knytter oss til noen som er sentralt, og dette tok Bowlby tak i og utviklet videre. И вот еще раз говорит Кнут о том, что основная идея была в том, что все-таки вот этот первый опыт, ранний опыт, который мы получаем в отношениях с окружающим миром, он является ведущим, и это послужило огромным вдохновением для Джона Болби, и он взял эту идею на вооружение и начал развивать ее дальше, и развил это в теорию привязанности. Og dere ser her tilknytning på en måte, det er et varig emosjonelt bånd der som brynnes og som står der for resten av tiden, og den kommer i form av en utviklingsteori. Dette starter når vi er små barn, og dette båndet bindes allerede fra vi er veldig små. И как сейчас мы видим на наших экранах, что привязанность описывается как очень сильная связь, да, которую мы устанавливаем с окружающим миром, с окружающими нас людьми. И эта связь, она очень сильно влияет на всю оставшуюся нашу жизнь и на формирование всех дальнейших отношений в нашей жизни. И erfaringene våre, som vi gjør oss tidlig, de skaper indre mønstre i oss. På en måte som vi har og som vi bruker altså videre og som er der hele livet vårt og som er strategier vi bruker for å opprettholde nærhet. И вот этот опыт, который мы получаем в ранние годы, да, нашей жизни, он является таким внутренним, то есть формирует такой внутренний узор или формирует такую внутреннюю стратегию, как мы в дальнейшем относимся к окружающему миру и строим отношения с другими людьми. Så tilknytning, dette båndet mellom det store, sterke og det lille, er noe som Bowlby var veldig opptatt av, og denne tilknytningsteorien, den vokste etter hvert som han arbeidet med stoffet.
И вот именно эти отношения между взрослыми и детьми, вот именно эта тесная, прочная связь в контексте теории привязанности, которая устанавливается между взрослым и ребенком, это вот то, что было основой работы Джона Болби. Og dette danner altså en sånn en idé inni barnet om hvordan det er selv og hvordan resten av verden er. И этот опыт, связанный с опытом привязанности, он создает идею в ребенке о том, кем он является и кем чем является его окружающий мир по отношению к нему. Så tilknytning er et sentralt element, og her også dette begrepet trygg base. Поэтому привязанность является здесь основным элементом и иногда описывается как безопасная база. Og her er det altså to elementer. Det ene er å utforske omgivelsene, og det andre er å søke trygghet. И эта безопасная база состоит также из двух элементов. Один элемент – это исследовать окружающий мир, а второй элемент – это искать вот эту безопасность. Det er som vi som voksne som har to hender, hvor den ene liksom er den som skyver barn eller ungdom ut og sier «Kom igjen, bare prøv, reis i vei, ta en sjans». И это вот можно проиллюстрировать в форме двух рук взрослого. Одна из рук, она подталкивает как бы ребенка в окружающий мир и говорит, давай, давай, исследуй этот мир, ты в безопасности. Og den andre hånda, den er der og tar imot og sier, jeg skal passe på deg, jeg bryr meg om deg, kom til meg hvis du er lei deg, jeg vil gi deg trøst. А вторая рука в то же время, да, то есть одной рукой мы посылаем как бы своих детей в окружающий мир и мотивируем их на исследование этого мира. В то же время вторая рука посылает сообщение ребенку, что я всегда здесь. Если я тебе нужен, я всегда окажу тебе поддержку, помощь. И если тебе нужна будет какая-то, то есть какое-то утешение, то ты всегда можешь вернуться сюда, и я здесь. Я, ну, то есть обеспечу тебе ту безопасность, которая тебе будет необходима в любое время. Я всегда здесь. Så her har vi altså trygg base mellom disse hendene, hvor den ene skyver og den andre tar imot. Поэтому вот эта безопасная база, она, можно вот ее так визуализировать, что она находится между вот двумя нашими ладошками, да, между двумя нашими руками. Вот здесь находится зона безопасности. Одна подталкивает на исследование, а другая сообщает о том, что я всегда рядом с тобой и окажу тебе всегда поддержку. Bowlby mente også at vi hadde noen indre stier eller veier som man kalte indre arbeidsmodeller som stadig ble utviklet. И Bowlby описывал, что каждый из нас имеет так называемые либо тропинки, либо пути внутри нас. Den sier noe både om omverdenen, hva tenker jeg om verdenen omkring? Og hva tenker jeg om betydningsfulle andre, og hva tenker jeg om meg selv? At dette er på en måte stier inni oss, som Bowlby kaller indre arbeidsmodeller. И он называл такие вот эти тропинки, либо вот дорожки, которые у нас формируются, это внутренние рабочие модели. Он их называл. И эти внутренние рабочие модели давали нам информацию о том, каким является мир вокруг нас, какими являются окружающие нас близкие люди и кем являюсь я. Så det er både hvordan jeg ser på verden rundt meg, hvordan jeg ser på andre, hvordan jeg ser på meg selv. Вот, то есть это как бы, ну, так вот описать это, что, чем является мир вокруг меня, чем являются, кем являются окружающие вокруг меня и кем я сам являюсь. Et annet sentralt begrep er dette med separasjonsangst. Также следующий очень важный термин – это тревога при разлуке. Og en av de viktigste bøkene som Bowlby skrev het «Attachment and Loss», fordi han var så veldig opptatt av hva som skjer når barn opplever dødsfall av andre. Значит, одна из важных книг, которую написал Болби, она называется «Attachment and Loss», да, то есть «Привязанность и утрата».
attachment til loss, hva mer sa du? Og det, i den, fordi han var så opptatt av konsekvensene, når på en måte det ikke er noen, hvor den personen som vi ønsker å knytte oss til, ikke er til stede lenger. И потому что его очень заботил вопрос того, что происходит с нами, когда у нас нет возможности получить контакт с вот этим важным человеком, да, человеком основным привязанности нашей. Что происходит тогда? Какие so, это имеет последствия в нашей жизни? Så i en tilknytningsperspektiv så er et dødsfall på en måte den angsten og uroen helt naturlig, fordi det er en konsekvens av en tilknytningslengsel. Поэтому в контексте вот утраты, да, мы можем для себя понять, что происходит, когда близкий человек умирает. Тогда вот это тилькнитнингслэнгсэл er sikkert vanskelig. Когда Et ønske om å være knyttet til den andre, da. Когда вот это желание быть кому-то привязанным, да, желание быть с этим человеком, в котором у нас была хорошая привязанность, оно настолько становится сильным после смерти этого человека. Når dette ikke, denne lengselen ikke blir møtt, så opplever man da denne formen for separasjonsangst, som Bowlby beskrev. И если вот это... то есть желание иметь эту привязанность, если мы ее не как бы покроем, если мы во всяком случае хотя бы ее не озвучим, что вот это понимание того, насколько важными были эти отношения к умершему, да, с умершим, то тогда будет очень сложно помочь этому человеку. Jeg kan hende dere synes dette litt tungt, men jeg tenker det viktig stoff når vi nå skal begynne å se på konsekvensene neste gang, hva dette innebærer i forhold til et dødsfall. Disse elementene som Bowlby har vært inne på, og også Ainsworth sine ideer som vi skal se på neste gang. И может быть сейчас вам кажется, когда вот пятница и конец недели, может быть сейчас вам кажется немножечко запутанным и непонятным то, что я сейчас говорю, и каким образом это имеет место быть, да, в контексте понимания работы с утратой. Но я раскрою эту тему более подробно и расскажу о тех последствиях вот этой привязанности, которые будут очень явными в работе с людьми, утратившими своих близких. Об этом я расскажу в нашем следующем, то есть во второй части нашего семинара. Og nå skal vi gå litt veldig kort i gruppe, bare sånn 5-6 minutter. И сейчас, пожалуйста, Владимир, если вы нам поможете, сейчас снова разделиться на группы, буквально на 5-6 минут. Og vi skal se litt på disse både begrepet tilknytning. И, пожалуйста, обсудите в группах вот эти термины привязанности. Men også dette med indre arbeidsmodeller, trygg base og separasjonsangst. И вот эти термины, о которых мы сейчас говорили, это привязанность, внутренние рабочие модели, вот это... Trygg base. Безопасная база. Separasjonsangst. И тревожность, связанная с разлукой. Og indre arbeidsmodeller. Det disse tre begrepene. Og snakke litt i gruppe om hvordan disse elementene påvirker mennesker som har opplevd dødsfall. И поговорите об этих элементах в контексте именно работы с людьми, утратившими своих близких. Каким образом они могут быть, ну, то есть иметь, какую роль они играют в работе с людьми, утратившими своих близких. Og hvordan vi som hjelpere eller fagpersoner kan hjelpe klientene våre bevisstgjøre det i forhold til disse prosessene. И каким образом мы можем повысить, как терапевты, повысить уровень осознанности касательно этих тем, этих терминов у наших клиентов? Vi tar 7-8 minutter, sånn at vi tilbake sånn, nå klokka 45. Hvis vi tar til 51, da, så vi tilbake igjen her, 51-52, så vi tilbake i gruppa her. Пожалуйста, Владимир, если вы сейчас разделите на группы участников, и мы вернемся в общий зал где-то в 52 минуты.
Ok, jeg sa, nå alle tilbake her. Det kjempeflott. Jeg har sagt at mens vi hadde, dere har vært i gruppe, så har de andre at det ganske mye teori i dag, altså, i forhold til sånn grunnleggende teori. Men jeg tror det viktig når vi neste gang skal sette dette sammen med kunnskapen vi har om sorg. Ну, добро пожаловать всем обратно. Кнут говорит о том, что сегодня достаточно много теории, и теория на самом деле, которая теория, которая, он уже говорил, может быть, вам которая может быть вам знакома уже ранее, но он считает, что это было очень важным элементом погрузиться настолько ну, то есть серьезно в теорию для того, чтобы дальше мы могли работать уже с этим пониманием. Åpne opp litt for tilbakemeldinger, tanker som dere har hatt når dere har snakket i gruppa eller andre ting. Alt som dere tenker relevant i forhold til problemstillingen vi står i. Vær så god. Пожалуйста, если есть у кого-то желание, либо поделиться тем, что вы обсуждали в своих группах, либо, может быть, задать вопрос или прокомментировать то, что мы сегодня обсуждали. Пожалуйста, если у кого-то желание, включайте микрофон и говорите. Давайте я прокомментирую. Пожалуйста, Татьяна. Сегодня, ну, почему-то такое, ну, небольшое, возможно, озарение, да, о том, что теория горевания, она, ну, такая идея была, да, она такая плоскостная. То есть есть стадии, которые идут одна за другой, мы можем куда-то возвращаться, переходить из стадии в стадию, какую-то миновать. А теория привязанности, она дает ощущение объема, да, мы можем пойти глубже, и мы можем через теорию привязанности, ну, больше узнать, и, наверное, через теорию привязанности она дает нам, ну, понимание, что, ну, человек, находящийся в утрате, он, ну, такая вот, пусть аналогия, стул, у которого одну ножку убрали, да, он как бы без опоры остается. И наша задача, как, ну, терапевтов, психологов, наверное, все-таки человеку дать, взрастить в нем ту внутреннюю опору, которая может его поддерживать дальше и, ну, быть опорой ему. Опираясь, опять же, что мы можем сделать? Мы можем опираться на его ресурсы, на его социальное окружение, на то, что его окружает, то, что его вообще держит на плаву. Да, вот, и дать вот эту опору. Спасибо. Огромное вам спасибо, Татьяна, за этот комментарий, потому как действительно это очень-очень важное, важный элемент, то, о чем вы говорите. И я думаю, что вот, по моему мнению, Кнут тогда достиг цели сегодняшней лекции, если такое произошло понимание. Это очень здорово. Спасибо вам большое за то, что вы поделились. Спасибо. More. Еще, пожалуйста, у кого-то есть комментарии, вопросы, предложения, замечания. Мы открыты к любой обратной связи, поэтому, пожалуйста, озвучьте, если есть такое желание. Давайте я, мабуть, спробую. Да? Дивіться, я вважаю, ну, я, на мою думку, розуміння типу прив'язаності велику роль відіграють у роботі з втратою, тому що, на мою думку, да, рівень та реакції саме втрати, горювання залежить від типу прив'язаності. І наскільки вдалим буде саме підбір, ну, оточення, да, оце безпечної бази, перенесення на іншу людину, яка поруч знаходиться, можливість виходу і пережиття цієї втрати. Спасибо вам большое. Зрозуміло, ну, очень понятно, и это очень здорово, потому как это действительно, опять-таки, еще подтверждает, и еще раз подтверждает то, что Кнут еще раз достиг цели сегодняшнего вебинара, потому как вот эту гранность, которую вы сейчас, да, описываете, вот Татьяна озвучила ее, и вы сейчас озвучили, что, то есть это раскрывает нам вот эту обширность, да, понимание,
каким образом мы можем работать с утратой. И то, что Татьяна писала, и то, что вы написали, является равно важным. Svarer Olena på spørsmålet hun har i forhold til, hun lurer på om det finnes noen verktøy, og de skal jeg gå litt nærmere gjennom neste gang, som hun har spurt i chatten, at vi skal gå gjennom forskjellige typer verktøy neste gang, og hvordan vi kan måle dette, for det er forskjellige måter å gjøre det på. И вот сейчас Кнут прочел уже вопрос, который был задан Оленой Дыхун в чате. Он говорит, что об этом конкретно мы будем говорить на следующем вебинаре, во второй части нашего вебинара, и тогда он будет уже конкретно предоставлять инструменты, которые возможно использовать в такого типа работе. Спасибо вам большое за вопрос. Mm-hmm. Это будет раскрываться во второй части. Skal prøve å finne linker til det, så det ikke bare... Men at det mulig for dere å finne de verktøyene sånn at dere kan se på de. Ja. Da, Knut говорит, что он постарается прям дать вам ссылки. Ja, jeg bare lagt det inn i PowerPointen, men jeg skal finne linkene til det. Для того, чтобы у вас была возможность получить доступ к ним напрямую, да, чтобы это не было просто информации на слайдах, те, которые будут представляться, но чтобы вы могли напрямую для себя... Jeg må si tusen takk for dere har hengt på i dag. Nå er klokka 4 allerede. Все, что хотелось бы сейчас сказать, благодарю вас снова. Я благодарю вас, и кто-то вас благодарит за внимание. Сегодня время 16:00, поэтому мы не смеем вас задерживать дольше. Neste gang skal vi se mer på Mary Ainsworth sin modell og disse forskjellige typene som hun foreslo. Og se på disse forskjellige typene i forhold til tap, hva slags konsekvenser det får. Så jeg tenker, når vi har lagt grunnlaget nå, så skal vi gå litt mer detaljert til verks neste gang vi møtes. И в следующей, во второй части этого вебинара я просто хочу сделать такую небольшую то есть презентацию. В второй части мы будем рассматривать там различные типы привязанности Мэри Эйнсворт и будем смотреть, каким образом различные типы привязанности, какие последствия это привносит, да, в результате потери. Будем уже конкретно разбирать эти моменты. Disse indre arbeidsmodellene gir jo da forskjellige tilknytningsstiler, som også gjør at vi reagerer veldig forskjellig på et dødsfall eller et tap. Потому как внутренние вот эти рабочие модели, о которых говорил Джон Болби, они формируют разный тип привязанности, и этот уже тип привязанности, как вот вы хорошо, Ольга, заметили, этот тип привязанности уже будет влиять на то, как человек справляется с утратой, как человек переживает процесс горевания. Så tusen takk. Det har vært veldig inspirerende å se dere. Спасибо большое. Очень вдохновляет видеть ваш интерес к теме. God tur hjem, Janna, eller hvor du er. Hyggelig du har på kamera, selv om du kjører bil. Спасибо большое. Кнут всегда очень впечатлен и радует его то, что, несмотря на вы такие хорошие студенты, если можно вас так назвать, что вы даже вот, несмотря на то, что вы едете, ведете в машину, все равно камеру не выключаете, поэтому безопасно вам добраться до места назначения. Спасибо вам за то, что вы пытаетесь присутствовать, насколько это возможно в этом дигитальном мире. Да, ønsker dere en god helg, og så er dere velkommen tilbake neste gang vi skal вебинар. Поэтому всем желаем вам прекрасных выходных и добро пожаловать на другие наши вебинары и на вторую часть, конечно, непосредственно вебинара по теории привязанности. Ваши годы, Юлия, Владимир. Пожалуйста, передаем слово Владимиру и Юле, если вы хотите что-то сказать, завершить. Спасибо большое, дорогие лекторы. Спасибо за замечательный семинар. Вторая часть семинара по теории привязанности у нас намечена на 12 марта. Мы приглашаем всех желающих. Следующая супервизия у нас состоится 19 марта. Присылайте, пожалуйста, ваши кейсы. Возможно, имеет смысл предложить Кнуту рассмотреть предложенный материал вами в кейсах именно с точки зрения теории привязанности, с тем, чтобы закрепить это на практике. Спасибо вам огромное еще раз за сегодняшний день, за сегодняшнее присутствие, за вашу включенность, за ваш интерес.
и будем рады вас видеть на наших мероприятиях. Свежий анонс календаря на март месяц сегодня как раз будет готов у нас на страничках. Володя? Також хочу подякувати Лінді і Кнуту. Змістовно, дякую вам за це. А учасників запрошую на наступний наш захід, який у нас буде, це 5 березня. Робота психіатра не такий страшний звір, як його описують. Ми думаємо, що тут у нас декілька вебінарів буде цікавих. І, можливо, якраз це вже так відгук на ваші запити. Буде ще вебінар від психіатра про примусову госпіталізацію. Так що 5 числа запрошуємо, посилання я кидав. Реєструємося і до зустрічі. Все найкращого. Гугель. До побачення.